конечно, безусловно, вот сегодня то, что мы здесь собрались, мы, конечно, тем самым хотим подчеркнуть значимость того проекта, потому что нам есть чем гордиться, нам есть что показать, потому что по пути исследования маршрута, там, где заканчивается наша пешеходная зона, проспект Кирова, начинается много очень интересных памятников, начинается консерватория, это храм Утоления Печали, да, как ее называют, малая копия храма, Покровского храма, храм Василия Блаженного, это и особняк Шмидта, и даже и советская архитектура, которая представлена как этот дом, кооперативный дом, и также и музей Федина. То есть очень много-много интересных памятников, о которых можно рассказать. И, конечно, очень важно, что сегодня в процессе нашего общения, нашего разговора, мы, может быть, коснемся этих вопросов, какие-то свои мнения определенные выскажем по поводу организации этого маршрута. Как бы можно было его выстроить? Помимо, может быть, обновления этих памятников, какой-то информации, которая будет способствовать изучению этого памятника тем людям, которые не знают историю этого памятника. Может, принести что-то новое. Может, каждый из вас выскажется о каких-то впечатлениях, связанных с тем или иным местом. У каждого наверняка с этим местом что-то связано. Связано очень хорошее, какие-то воспоминания, встречи или какие-то очень интересные истории. Поэтому, может быть, каждый из вас в процессе нашего с вами разговора, в процессе нашей с вами сегодняшней прогулки выскажет свое мнение. Я предлагаю вам